Для дополнения знаний по ранее полученной теме рассматриваем темную фазу фотосинтеза. Во время темной фазы фотосинтеза мы станем рассматривать различные проектные работы с помощью STEM и будем применять его. В первой части нашего урока мы рассмотрим, на какой фазе фотосинтеза и в каком месте будет осуществляться процесс переноса и присоединения электронов. Эта задача производится в индивидуальной форме. Мы будем изучать поглощение углекислого газа при фотосинтезе в темной фазе с помощью прибора SPARC. Мы сравним данный процесс со световой фазой и проанализируем результаты полученной информации. Выполняемое задание производится парами в оценочном листе. На данном уроке будет построена модель цикла Кальвина. Вы будете создавать цикл Кальвина, используя графическую процедуру. Ребята, давайте рассмотрим следующий вопрос. Назовите соединения, участвующие в окислительно-восстановительной реакции в световой фазе. Ребята, на предыдущем уроке мы познакомились с окислительно-восстановительными реакциями, протекающими в световой фазе фотосинтеза. На сегодняшнем уроке мы воспользуемся этими знаниями для простых химических реакций. Для этого нужно выполнить следующее задание. Металл натрия реагирует с газообразным хлором с образованием хлорида натрия. Из этой реакции вы можете определить, какой из процессов окисления является окислительно-восстановительным процессом. Для построения уравнения окислительно-восстановительных реакций нам сначала необходимо знать степень окисления каждого элемента. Поскольку натрий является простым веществом, степень окисления равна нулю. А так как хлор является также простым веществом, степень окисления также равна нулю. В то время как хлорид натрия имеет заряд натрия плюс 1 к степени окисления, а степень окисления хлора минус 1. Выпишем элементы с измененными степенями окисления. Степень окисления натрия варьировала от 0 до натрий плюс 1, в то время как натрий потерял 1 электрон. Процесс утраты мы называем окислением, а сам натрий у нас будет восстановителем. Во втором случае газ хлор 2,0 заменяется на хлор минус 1. Поскольку здесь хлор равен 2, мы также указываем 2 здесь. В этот момент газ хлор добавляет 2 электрона, а хлорид превращается в ион, а процесс присоединения электрона называется восстановлением. Возвращаясь к процессу фотосинтеза в световой фазе растения, мы видим, что при фотолизе воды его молекула подвергается окислительному процессу, теряя 24 электрона. А во втором случае никотин, аденин, дифосфат подвергаются окислительному процессу с добавлением 24 электронов. Практическую работу выполняем в парах. В ходе выполнения парной работы фиксируем результат в таблице. В этой же таблице вы запишете показатель углекислого газа во время световой и темной фазы. И в обоих случаях определите, как показания углекислого газа не сгорают. Ребята, сегодня вы начнете работать с устройством SPARC, чтобы узнать, как изменяется углекислый газ в темной фазе фотосинтеза. Для этого вам понадобится устройство SPARC, датчик углекислого газа,
лампа на 40 Вт, лепесток розы, вода и фольга. Для начала работы к нашему первому устройству Spark подключается кабель USB. Кабель USB подключается к процессору, датчик углекислого газа подключается к устройству Spark. На экране есть устройство Spark. Нажимаем на устройство Spark. Данная программа является предварительно загруженной программой. При подключении устройства Spark концентрация углекислого газа отображается на экране с течением времени. Калибруем первый датчик, вставляя его в мерный цилиндр, на котором сверху напечатана точка. Щелкните точку вверху для калибровки. Концентрация углекислого газа должна уменьшиться, как показано на экране. Теперь мы ложим лист розы на датчик, чтобы узнать, сколько углекислого газа перемещается в светлую и темную фазы растения. Размер листа не должен уменьшаться в размерах, он должен быть объемным, то есть иметь четко выраженный участок. Перед установкой датчика углекислого газа регулируем углекислый газ повторным нажатием на экран. Для этого нам нужно нарисовать график, нажав на датчик углекислого газа. Вновь нажав на датчик углекислого газа, мы нажимаем числовое значение, чтобы увидеть точное число. И здесь нам сначала нужно будет работать со светом для сравнения количества углекислого газа, находящегося как в светлой фазе, так и в темной. Для этого пододвигаем лампу ближе к растению, датчику углекислого газа. Вот инструкция. При нажатии на инструкцию отображается, сколько раз мы ее повторяем, и нам нужно установить время. Время указано. И здесь выставляем время на 2 минуты. Выбрав единицу времени и нажимаем ОК. Затем нажимаем стартовую точку, чтобы начать реакцию. Существует независимая переменная времени, зависящая от концентрации углекислого газа. Обратите внимание на то, как можно нарисовать график. Обратите внимание на график, представленный на экране, как изменилась концентрация углекислого газа во время световой фазы за 2 минуты.
вам необходимо отслеживать процесс и записывать его в требуемый контрольный список. На графике наглядно показано, как изменилась концентрация углекислого газа в первом случае. Сворачиваем фольгу. Если вы видите на экране вторую ситуацию, то второй график выделен зеленым цветом. Смотря на график, проследите, какие изменения произошли здесь во втором случае. Обратите внимание, что концентрация углекислого газа увеличивается в темной фазе. В обоих случаях контролируемым переменным считается свет. С помощью графика можно проанализировать, как влияет концентрация углекислого газа на скорость фотосинтеза и дыхательные процессы во время световой и темной фазы. Следующим шагом является моделирование цикла Кальвина. Для этого вы можете применить губку, которая используется в повседневной жизни, чтобы показать вам атом углерода, и мы рассмотрим картофель, который показывает количество атомов углерода. Для того, чтобы соединить их между собой, мы используем зубочистки. Следуя из названия, цикл Кальвина относится к циркуляции. Есть три фазы цикла Кальвина. Первый – это фиксация углерода, второй – восстановление, а третий – регенерация углекислого газа. Давайте посмотрим, как этот цикл будет реализован при создании модели. Для этого вы можете записать различные соединения, участвующие в углеродном цикле. Здесь мы показываем полный цикл. В основном он делится на два цикла. Если мы показываем два цикла, то перед ним помещаются три атома углерода. А поскольку мы показываем полный цикл, то перед нами используется 6 атомов углерода каждого соединения и, соответственно, 12 углеродных атомов. Первым продуктом в процессе фотосинтеза была реакция фотолиза воды, в результате которой выделялся кислород и трехфосфорная кислота, аденозин, фосфорная кислота, никотинамида, динин-динуклеотид. Углекислый газ поступает из внешнего воздуха. Здесь находится углекислый газ и рибулоза бисфосфат. Как следует из названия, бисфосфат связывается толщиной фосфорной кислоты с первым и пятым атомами углерода. В
процесс, посредством которого шестиатомный рибулозобисфосфат связывается с шестью атомами углерода в воздухе через рубиску энзима. Называется фиксацией углерода. Здесь образуется 12-фосфоглицериновая кислота. Фосфоглицериновая кислота состоит в основном из трех атомов углерода и одного остатка фосфорной кислоты. В данном случае 3-фосфоглицеридная кислота должна снова циркулировать. Для этого осуществляется фаза уменьшения. В результате фазы уменьшения фосфоглицеридная кислота расходует 12 АТФ, в результате чего образуется 12 остатков аденозин-дифосфорной кислоты и 12 фосфорной 12F кислоты. В результате этой реакции в одном образуется 3-дифосфоглицериновая кислота и образуется дифосфорная кислота. Теперь, после 12 дифосфоглицериновых кислот, никотина, мидоденин, динуклеотид, фосфат, 12 NADFN, расщепляется на 12 NADF и 12N. В этом случае, если удалить остаток исходного вещества, дифосфорная кислота то образуется 12-глицерин-трифосфатная кислота. Таким образом, 12-глицерин превращается в трифосфатную кислоту 12-ГЗФК, 10-глицерин в 3-фосфатную кислоту и 2-глицерин в 3-фосфатную кислоту. Это приводит к образованию углеводов в результате 2-глицерина 3-фосфатных кислот. То есть в результате процесса фотосинтеза в разных условиях образуются глюкоза и другие углеводы. Например, здесь используется образование крахмала или целлюлозы, то есть 2 глицерина и 3 фосфорной кислоты, 10-атомный глицерин, 3-фосфатная кислота. Далее превращается в 6-атомный биофосфат рибулозы путем регенерации диоксида углерода. Таким образом, фаза повторяется. Данный оборот называется циклом Кальвина, как следует из названия. Давайте создадим программный код цикла Кальвина. Для создания программного кода рассмотрим математическую модель, связанную с этой программой. Математическая модель должна отражать траекторию движения колеса по окружности. Постройте координатную плоскость для отображения этой траектории. Исходную точку координатной плоскости будем рассматривать как 250 и 200. Теперь покажем, через какие точки круга проходят значения x и значение y. Точки значения x возьмем как 100, 200, 300, 200, а точки значения y как 200, 100, 300. Как 200, 300.
Это значит, что наше колесо проходит через эти точки. То есть это показывается траектория. Для преобразования траектории сначала переводим градус в радиан, чтобы показать движущийся путь окружности. Мы используем математическую функцию для преобразования градусов в радианы. Для использования математической функции в языке Питона мы добавим к ней значение. То есть получим RA как радиановую переменную. RA равно mat radius x. Это означает, что каждая точка, проходящая по кругу, меняет свое градусное значение на значение радиана. Мы также будем использовать математическую форму для отображения значения y со значением x, которая изменила значение y со значением x каждой точки. То есть значение x используется как w равно 3 умноженное mat.cos.ra согласно формуле. А значение y равно 3 умноженное mat.sin.ra.